Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshthipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitta Ananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charana Dayam Gopi Jano Samayuktam Binda Vanam Manohara Vancha Kalpataru Vaschakipasindu Bhavacha Patitanang Pavane Bhavishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalang Pangung Langhetagirim Yatki Patam Hangbandi Paramanando Madhavam Vrindavai Tulsidevai Piyavai Keshava Sacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskitta Naranchaiva Narottamam Deving Saraswati Vaisam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtaduham Tethas Padam Siva Virinchinutam Saranyam Vitatiham Panutopal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charunar Vindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Bispurji Tagamapikavadushvadarshi Purunanuragara Sasagara Saramurti Saradhikami Kada Kipam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adyaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adyaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ajanulambita Bhujau Kanuka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yathaksho Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibharupam Bhuktim Chamuktim Chadada Sinitam Bhavanurupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Na yatra vaikunta katha sudhapaga Na sadhavah bhagavataha tadasraya Na yatra yogye samakha mahutsava Suresh loko opi na vaisa sebhatam Gaudiya Goshthipati
Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, Парамамса Джагадгуру сказал, Агасур, Бакасур, также они хотели доказать, что они были с Кришной, что они были в его группе. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамамса Джагадгуру сказал, вначале все думали, что Агасур, Бакасур, они друзья Кришны. Они не могли понять, то есть они пришли поиграть. И постепенно, посредством их деятельности, было доказано, что они демоны. Постепенно, то есть в процессе их деятельности, было доказано, что они не друзья Кришны, они демоны. Таким образом, Прабхупада говорит, те, кто принимает прибежище в Гаудия Матхе, в Авидья Харанатья Мандир, вы знаете Авидья Харанатья Мандир, Чайтанья Матха, Авидья Харанатья Мандир, это имя, название было дано Прабхупаде. Натья Мандир — это Намахата. Она Натья Мандир, и в то же самое время она Намахата. Там Прабхупада говорил Харикатху. И в этом Натья Мандире, когда приходят какие-то демоны и остаются там в одеждах Гаудия преданных, то есть, но очень скоро, после того, как они начинают слушать об абсолютной истине, они возбуждаются, не могут там оставаться долгое время. Чайтанья Мат — это источник Четана. Прабхупада сказал, что Чайтанья Мат — это Чайтанья Махапрабху. И кто-то в одеждах преданного может принять прибежище, может ходить, слушать Харикатху, но он не может выносить эту Харикатху. Очень в скорейшем времени такой демон, он это ему доставит столько много беспокойства, что он уйдет. Мы думаем, что в самом начале, что мы совершаем баджан, что мы в анугате, но постепенно, когда мы совершаем баджан, мы обнаруживаем. Чистые преданные, они могут понять, что вот эти вот люди, они ищут недостатки, пытаются разрушить систему проповеди. Однажды Прабхупаду пригласили Сахаджи. Однажды Прабхупаду пригласили Сахаджи из Навадвипы. И Прабхупада, он был вынужден туда отправиться, чтобы сказать там Харикатху. И он начал говорить Харикатху. И Прабхупада, он прославлял своего Гурудева. Насколько он возвышенный, преданный. Такой нескинчен, такой возвышенный. И Вайрагья Рагунат Дас Госвами, она была также увидена в жизни Горкишор Дас Бабджи Махараджа. И Прабхупада начал прославлять Гурудева, и когда он открыл глаза, он увидел своего Гурудева, что сидел в публике, укутавшись в чадар, и он там очень скромненько сидел и слушал Харикатху. И когда Прабхупада начал прославлять Гурудева, тогда тотчас же Горкишор Дас Бабджи Махарадж, он оставил то место. То есть Прабхупада открыл глаза и увидел, как Горкишор Дас Бабджи Махарадж удалялся. Прабхупада сказал, те, кто на самом деле не скинчены, те, кто чистые сады, будьте уверены, что они никогда не ожидают никаких прославлений, никакого положения и так далее. То есть их жизнь посвящена абсолютной истине. Они не предвзяты, и они не спускаются на компромиссы с небхакти. То есть многие люди думают, что такие чистые преданные, они их враги. И это, конечно же, большая неудача. Прабхупада объясняет, нескинчен саду, они никогда не ожидают славы, почетов. Их жизнь посвящена абсолютной истине. Они говорят не в настроении вражды. И Прабхупада сказал,
Перед тем, как он оставил тело, он сказал такие слова: «Я был вынужден говорить об абсолютной истине, и я хотел занять всех в истинном Харибаджане. Это была не моя вражда какая-то. Я просто хотел занять их в слушании Харикатхи без какого-то лицемерия». Прабхупада сказал: «Я хотел занять их в абсолютном Харибаджане. Я хотел, чтобы они оставили все лицемерие. И вот почему я был вынужден доставить им неудобства, говоря такого рода харикатху. Но они без причины подумали, что я их враг, и они меня оставили». Вот Прабхупада, он таким образом, он жаловался. Таким образом, в жизни чистого преданного не существует вот этой вот адаптации, смирения, имеется в виду, с чем-то плохим, то есть компромиссов каким-то. Многие люди не поняли Гуранга Махапрабху также. Я говорил о том, я вам рассказываю о том, что Бхагаван Шри Кришна, он решил оставить Удаву здесь, в материальном мире. Он решил сделать Удаву ачарьей, настоящим ачарьей. И Бхагаван Шри Кришна сказал: «Я не смог посетить многие места, Бадрикашрам и так далее. И тогда ты отправляйся в эти места, и как совершенный ачарья ты будешь путешествовать по всему миру и проповедовать об абсолютной истине». Но Бхагаван Шри Кришна, он сказал столько много вещей. Сначала Бхагаван Шри Кришна рассказал Удаве о том, как совершать карму, как выполнять обязанности. Потом он поведал ему о Гьяна-марге. И Удавджи Мараджа, он запутался. Сейчас ты мне говоришь что-то одно, а потом ты мне говоришь что-то другое. Его положение было подобным положению Арджуны. Ты мне рассказываешь о кармарпане и так далее, и о йоге, о гьяне, столько много вещей. Также Арджуна, он пребывал в затруднительном положении. И это все случилось по вдохновению Бхагавана Шри Кришны. То есть оба, что Арджуна, что Удава, они были помещены вот в такое положение, таким образом, чтобы мы смогли получить Бхагавад-гиту и вот учение Удавы также. И Бхагаван Арджуна спросил: «Скажи мне что-то одно. Если ты мне скажешь что-то одно, я тогда пойму. Но если ты мне будешь столько много всего рассказывать, тогда я в затруднительном положении. Скажи мне, что мне нужно, как мне нужно поступать, что мне нужно делать, чтобы я получил наивысшее благо». Бхагаван, он это все устроил таким образом, потому что если бы не было задано вопросов, то мы бы не получили ответы. Прям как Адвайта Госвами. Почитайте Чайтанья Бхагавату. И Бхагаван явился в этом мире по приглашению Адвайта Госвами. Все об этом знают. Бхагаван Шри Кришна, он пришел в этот мир по приглашению Адвайта Госвами. Но Адвайта Госвами, он его подвергал Чайтанья Махапрабху испытаниям, в смысле проверкам всяким разным. То есть мы увидим это в Чайтанье Бхагавате. Адвайта Госвами говорил такие слова: «Я хочу убедиться, что это мой Иштадев». И то есть это произошло не один раз, а это несколько раз случилось, много раз. То есть Адвайта Госвами, он выразил вот эти вот сомнения, но Адвайта Госвами — это Садашива. И он выразил эти сомнения от нашего имени, у него не было никаких сомнений. Он это сделал для нас, прям как Парикшит Мараш. Если вы думаете, что Парикшит Мараш — это обусловленная душа, это невозможно, потому что Парикшит Мараш, он уже получил даршан Бхагавана, находясь в утробе матери. Как вы можете ожидать, что он обусловленная душа? Обусловленная душа, она обладает всякими сомнениями. И Парикшит Мараш, он задал вопросы, выразил свои сомнения о расалиле и так далее. Но в
трех или четырех местах, а Парикшит Махараджа говорится еще Махабхагавата, то есть он Махабхагавата. И когда был сделан гороскоп Парикшит Махараджа, Юдиштири Махараджа сказали, это Махабхагавата, это не одна, ну, как бы не один раз только это повторяется, несколько раз. Он Махабхагават, он никогда не пребывает в заблуждении. Но тем не менее он задает эти вопросы. И ответ он такой же. Парикшит Махараджа, он задал эти вопросы от имени обусловленных душ. Потому что естественным образом обусловленные души, они постоянно сомневаются. Они преисполнены сомнений. И Прабхупада сказал много раз, мы все являемся представителями Кала Кришнадаса. У нас нет веры в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. У нас нет стопроцентной веры в них. И вот почему Сиддханта, она такова. От имени всех обусловленных душ, то есть должны задаваться такие вопросы. Потому что если будут эти вопросы заданы, то мы получим ответ, и все проблемы будут решены. Мы не можем ожидать такого вида вопросов от Парикшит Махараджа. Это Парикшит Махарадж, он родился у Уттары. И Панча Пандов, то есть, тем не менее, он выразил эти сомнения. Он выразил такого рода сомнения. О, Бхагаван, он Атмарам, Атмакам. Тем не менее, он совершает эти грязные действия, поступки, то есть, конечно же, он сделал что-то нехорошее. Какую-то ошибку он совершил. Парикшит Махарадж сказал, конечно же, Бхагаван совершил ошибку. Несомненно. Зачем он так поступил? После чего Шукадева Госвами, он дал ответ. О, Раджан, ты выражаешь свои сомнения по поводу Кришны, но это Кришна Парад-Паракилешвар. Кришна находится в сердцах всех и каждого в качестве параматмы. Кришна, он в сердцах гопи, он в сердцах их мужей, он повсюду, где только его нет. Бхагаван, он пребывает везде, повсюду. Поэтому как ты можешь ожидать, что он совершил ошибку? Это не материальная кама. Гопинам татпатинам ча, сарвешам ева дехинам, джавантасча раха садьякча, кирана неха дехоба. To do this lila, to satisfy their, you know, desire. Кришна хотел удовлетворить желание гопи, поэтому он совершил эту игру. Шукадева Госвами сказал, когда невинный мальчик, он становится перед зеркалом, и он маленький ребенок, он ничего не понимает, он начинает играться со своим отображением в зеркале. Это подобно, то есть Раса Лила Кришна, это подобно вот этому. Бхагаван играется со своим собственным отражением. Не существует ни женщин, ни мужчин. У вас не должно быть таких понятий. Бхагаван играет со своей сварупа шакти, самим собой. Вот это был вопрос. Конечно же, он совершил вот это вот такой поступок. Все его, конечно же, будут критиковать. Он совершил Раса-лилу со всеми гопи. Если бы Парикшит Махарадж не задал такой вопрос, тогда как бы мы получили ответ на него? В мире столько много людей. Из 100% 99% сомневаются даже в нашем гаудия-сообществе. То есть потому что люди обладают вот этими материальными представлениями, женщина, мужчина, и поэтому такие вопросы — это естественно. То есть, и если бы не было бы таких вопросов, как, например, вопросы Арджуны или вопросы Парикшита,
или вопросы Адвейта Госвами, когда он выражал сомнения, Санатана Госвами Пад. То есть эти сомнения должны быть выражены кем-то. И в Бхагаватам вы увидите, время от времени кто-то выражает сомнения, задает вопросы, после чего Сутадева Госвами отвечает, или Майтрея Муни отвечает, или Удавджи Майрадж. Таким образом, во всем Бхагаватам вы увидите, что много там задано вопросов, и на них ответы даны. Адвейта Госвами, вы можете открыть Чайтанья Бхагавату, и вы увидите, что время от времени Адвейта Госвами, он выражает сомнения. «О, если это мой Иштадева, то я хочу проверить это, мой ли это Иштадав». И он это выражает это сомнение не один раз, когда Махапрабху явил свою Бхагавата-сварупу в Шривасангам, когда Бхагаван, он явил свою сварупу в Шривасангам, Бхагавата-сварупу. И в тот момент Махапрабху, он попросил младшего брата Шивас-пандита: «Позови мне Нару, Адвайтачарю». И тогда Адвайта Госвами, он начал танцевать, погруженный в Ананду, и тогда вместе с женой он прибыл в Шривасангам. И он сказал этому преданному: «Не говори Махапрабху, что я прибыл». И он спрятался в доме Нандачари. И когда Шрирам Пандит вошел в комнату, где Махапрабху, он являл свою сварупу, то есть он взял все шилограмм шилы на колени и явил вот эту вот сварупу, Бхагавата сварупу. После того, как Шрирам Пандит вошел в комнату, Махапрабху сказал: «Приведи сюда Нару, он прячется в доме Нандачарья». Нандачарья. И Махапрабху даже показал Адвейта Госвами Вишварупу. Нитьянанда видел Вишварупу, универсальную форму. То есть Адвейта Госвами, он выражал эти сомнения для того, чтобы получить подтверждение, чтобы никто не смог в будущем сомневаться. Поэтому точно так же в данном случае мы не можем ожидать каких-то сомнений в Удаве. И Бхагаван уже сказал, что Удава, он не отличен от меня. Удава, он равен мне. Я и Удава, мы не отличны друг от друга. И нет такой разницы между нами, величиной с атом даже. И в то же время Удава уже побывал во Вриндаване, чтобы понять отношения между Кришной и Враджаваси, где, ну, вот это такие отношения, они, их нигде нельзя найти, то есть это только доступно во Врадже. То есть Удава, он был отправлен во Вриндаван не для того, чтобы научить Яшоду и Нанда Бабу, но чтобы научиться у них. Это то, что, то есть Удову отправили туда, чтобы их утешить, это был предлог. Но на самом деле Удова, он думал всегда: «Я люблю Бхагавана, и мои чувства — это вот максимум, что существует. У меня любовные отношения, дружественные с Кришной». Но в итоге Удава, он понял, что я ничто в сравнении с Раджаваси, особенно с Гопи, и поэтому он сказал эту шлоку прежде, чем вернуться. Mukunda Padavim Sutavim. These are also even a singing on the Nandagasti Nam Skazaletu Shlok Yasam Varikas
Но, тем не менее, когда Бхагаван Шри Кришна у нас собрался оставить этот мир, Удавджи Махарадж стал выражать сомнения. Сначала ты мне поведал о карме, потом о гьяне, и сейчас ты мне говоришь. Если ты хочешь стать бесстрашным, забыть о всех страхах, то предайся мне, оставь все, все, что бы я ни сказал до этого, забудь обо всем и просто предайся мне. Это Сиддханта Вичар. Когда у нас двойственное понимание, мы страдаем. Когда мой ум отклонен от лотосных стоп Бхагавана, Гурудева, в том случае меня посещает страх, а иначе страх, он невозможен. То есть откуда страху появиться? Бхагаван Шри Кришна повсюду. Все, что бы вы не видели или даже не могли видеть, это все Бхагаван. Вчера я сказал, Бхагаван подумал, если я убежу Удаву, потому что Удава думает, если я буду игнорировать предписание вед, наше общество, наш баджан, даже Гаудия баджан, вначале все контролируется предписаниями ведическими, но в конечном итоге мы пересечем эти ограничения, но потом, не в начале. То есть в начале нам нужно следовать всем правилам и предписаниям. Но после этого нам придется оставить даже Веда-дарму, все, что написано. То есть нам нужно будет все это пересечь и достигнуть того уровня према-дармы. И Бхагаван Шри Кришна сказал Гопи, если даже у меня будет жизнь продолжительностью, то есть равная по продолжительности жизни Брамы, я не смогу вам отплатить. Вы нарушили все социальные правила и ограничения. Вы только хотели служить мне, и я вам никогда не смогу отплатить за это. Вы оставили Лока-дарму, Веда-дарму, вы проигнорировали все социальные ограничения, и вы даже не задумывались о том, что люди станут вас критиковать. Вы отказались от всего, и вы приняли меня как единственный объект служения. И Бхагаван Шри Кришна подумал, возможно, Удава, он в затруднительном положении, потому что он думает, что я ему что-то говорю ненормальное. То есть если я ему докажу, что Веда и Веданты, они не отличны от меня. Бхагаван Шри Кришна сказал в Бхагавад-гите, результат прочтения всех вед, изучения всех вед — это я. То есть если мне удастся уговорить Удаву, убедить Удаву в этом, тогда он почувствует себя комфортно.
таким образом, Бхагаван Шри Кришна, он привел разные доказательства. И Бхагаван сказал, веды, они изошли из меня. В Гите Бхагаван сказал, веды, никто не написал веды. Они появились в сердцах, в сердце Вьясадева Госвами. Никто их не написал. И все шлоки, каждая шлока, возможно, какая-то группа шлок, какие-то шлоки появились в сердце Вишвамитры Муни, какие-то шлоки появились в сердце Ягьявалки Муни. Веды, они явили себя автоматически. И веды по-другому называются шрути. То есть другое название вед — это шрути. Шрути не были, веды не были в письменном виде. То есть они, их не существовало в письменном виде. Они, веды явились разным Риши Муни, и Риши Муни запомнили их и передали им своим преданным, и своим ученикам. И ученики запомнили их и передали своим ученикам. То есть и веды по-другому называются шрути. А что означает шрути? Шрути значит слушать. То есть вы запоминаете в процессе слушания. Но в те времена было такое могущество, то есть так, брахмачария была возможным, но в Каликала это практически невозможно. Все мантры, какие-то мантры явились Ягьявалки Муни. Ягьявалки Муни, он увидел Шукла Яджурведу. И даже некоторые из риши, они женщины, Гарги, Майтреи. Столько много риши были матаджами, не только мужчины, также и женщины, но они были необычными женщинами. Это были не какие-то обычные матаджи, они пересекли ограничения телесные, поэтому они увидели некоторые ведические мантры. И наш Вишвамитра Муни, он увидел Гаятри Манту, Прачодая, то, что вы повторяете, это из Ригведы. Все приходит к нам через веды. И другое имя вед, название вед — это Шрути. Бхагаван сказал, Бхагаван дал ответ. Когда Удава выразил сомнение, Бхагаван Шри Кришна, он тогда ему рассказал, как явились веды, как появились веды. Он решил избавить Удаву от всех сомнений. Бхагаван сказал, Бхагаван Шри Кришна сказал, я сказал тебе принять прибежище в Параматме, во мне. Бхагаван, он в нас. В нас находится шесть чакр. И Бхагаван пребывает в этих чакрах. И вот эти чакры находятся в разных местах. И последняя чакра находится в начале позвоночника. Муладхара, йоги. Те, кто занимаются йогой, они начинают с муладхары. Они хотят поднять огонь из одной чакры в другую. То есть начинается все с муладхары. Копчик. И в конечном итоге последняя чакра, она на макушке.
Муладара, Свадишта, Манипура, Нагата, Вишута чакра, потом Агья. И Бхагаван говорит, веды появились в пупке в секретной форме. Панини, автор вот санскритской грамматики, он описывает все. Патанджали. Саду из Харидвара. Вот они рассказали столько разных вещей по поводу о том, то есть то, как мы общаемся посредством звука, как то, что мы говорим, понимается другими людьми. Когда мы что-то произносим, мы не все сразу произносим. То есть, например, представьте, вы хотите сказать что-то. Если вы хотите что-то сказать, то нужно использовать какую-то комбинацию слов, комбинацию слогов. Маяпур. И когда вы произносите ма, ма, я, те, кто учат санскритскую грамматику, они знают эти все правила, как разбивать слова правильно. То есть, когда вы говорите «Маяпур», сначала вы произносите «ма», и «ма» уже исчезла. То есть, как только вы сказали «ма», оно сначала появилось на вашем языке, а потом исчезло. И второй слог, он появился и тоже исчез. Present. Если я много раз привел вам этот пример, present — это настоящее, то есть и пишется P-R-A-N-T. Когда вы произносите P, P уже в прошлом, потом вы произносите R, R уже тоже в прошлом, и тоже в прошлое попадает. То есть когда вы произносите что-то, как другие могут это понять, и в этом есть трюк какой-то. То есть в нашей жизни нет ничего настоящего. Настоящее, оно такое, настолько нестабильно, даже когда вы произносите слово present, настоящее, то вы не можете его, ну, как бы поймать в настоящем. Вы сказали P, и оно уже в прошлом. Время — это как поток. Большой поток. Вы не можете соревноваться со временем. В нашей жизни каждая доля секунды, она уходит, и время уходит из вашей жизни. Вы не можете вернуть назад даже долю секунды. И я вам уже сказала о том, как Эйнштейн ответил на вопрос, что такое время. Он сказал, время — это не что иное, как движение. И вот Панини и остальные, они вот объясняют, как звук понимается. То есть все уходит в прошлое. То есть там своего рода вот эта вот наука, секретные вещи. И веды, они появились... Бхагаван сказал, веды были во мне. Веды изначально они во мне. Но когда Брахма появляется на цветке лотоса из пупка Махавишну, тогда Брахма, он обнаруживает себя на этом цветке лотоса, и в стебле этого лотоса находятся 14 миров. Наши 14 миров, они находятся в этом
стебли лотоса, а в лотосе, а Брахма находится на лотосе. Брахма находит себя на лотосе. И также по поводу Галока Вриндавана и Навадвипы. Навадвип — это Галока Вриндаван, Навадвип — это Светадвип. Навадвип — это как бы приложение к Кришналиле. И в сердце цветка лотоса там Вриндавана. Если вы выйдете немножечко, то есть внутри лотоса, то есть Дхамма сравнивается с лотосом. И в Брахма-самхите вы увидите описание миров. И в сердце цветка лотоса находится Вриндаван. Вриндаван — это то место, где Кришна играет с гопи. И немножечко вовне, там вы найдете Матуру. И если вы удалитесь, отойдете подальше, то там вы найдете Двараку. И снаружи находится такое приложение к Кришналиле, что является Светадвип. И все это является Галокой. То есть Брахма, он обнаружил себя на цветке лотоса, после чего он подумал, откуда я и кто вообще я. Он не смог понять, он смотрел по сторонам, ничего не понимал, все было в темноте, в общем, он себя обнаружил. И он стал путешествовать по стеблю лотоса вверх-вниз. Он стал искать, и он ничего не смог найти. Все было во тьме. После чего он услышал голос «Тапа, тапа, тапа». После чего, по вдохновению Бхагавана, он понял, что значит «тапа». Брахма — это первое живое существо. То есть кто бы ему объяснил? Бхагаван поэтому ему объяснил в качестве четья-гуру. Все, что вы слушаете о шастрах, в особенности, что касается преданности, если у вас нет поддержки четья-гуру, я обсуждаю Чайтанья Чаритамриту, если четья-гуру вас не будет поддерживать, то вы не поймете ничего. Гурудев говорит что-то, вы не понимаете ничего. Но когда четья-гуру вас поддержит, тогда вы поймете. И такое случалось много раз. Я могу вам привести пример одного из нашей гуруварги. Он вечный спутник Прабхупады, но тем не менее он совершил такую игру. И они являют такие игры, чтобы нас научить. Шрила Бхактивилас Тирта Госвами Махарадж, он работал на почте General Post Office. И вот на какой-то площади он там работал. Работал на какой-то площади в Калькутте, на почте, в главном офисе. И позже было обнаружено, что он вечный спутник Прабхупады. Но сначала я вам расскажу эту историю. То есть в самом начале он как бы посещал разные миссии, X-Mission, Y-Mission. То есть он посещал разные собрания, и он не получал ответов правильных. И он даже он пришел в Навадвипу, и он стал жить с Сахаджей Бабаджи, у него жена была. И он ночью увидел сон. Это в конечном итоге произошло. И в итоге он отправился, в общем, послушал Харикатху Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупады. И в тот момент он выразил сомнение, то есть он пришел сюда, и его другом был Парамананда Прабху. Парамананда Прабху, он с ним родом из одной деревни. Парамананда Прабху, что был предыдущим севакой Прабхупады, они были из одной деревни.
вот этот Бхакти Виластирта Госвами Махарадж. И Парамананда сказал, я устрою твое жилье, просад, все тебе организую. Бхакти Виластирта Госвами Махарадж, он стал известен как Кунджада. Прабхупада дал ему это имя. И вот Кунджада, он отпросился на работе на 3 недели, в общем, в отпуск ушел. И после чего он прибыл в Майяпур, и его разместили там в Матхе, и прасад ему был предложен. И каждый день во второй половине дня Прабхупада, он говорил Харикатху. В Йогапит Шри Мандире он давал катху. Первый, если так понимаю, как своего рода мат, он был в Йогапитхе. Это была инициатива Бхактинода Такура. Потом произошло много вещей всяких. В общем, там Прабхупада давал харикатху. Тогда он звался Вимала Прасад Сарасвати, и он давал харикатху нескольким человекам, то есть кто его слушал. И Майяпур в то время, это были джунгли, и Ганга протекала здесь, то есть очень мало преданных приезжало, жило там и приезжало. И потому что в то время Прабхупада уже начал проповедовать в Калькутте тоже. Постепенно стали съезжаться разные преданные. И вот Кунджада, он тоже слушал харикатху, и он расстроился после прослушивания харикатхи. Он расстроился, о чем он говорит вообще? Я ничего не понимаю. Кажется, что он один-единственный саду на планете. Слушая его харикатху, мне кажется, что вот он один-единственный саду, он хочет доказать вот это. Кунджада, он подумал таким образом. То есть то, как он говорит, кажется, что он считает себя одним-единственным саду, а тут столько саду в Навадвипе, тут и там. Но Прабхупада говорил об абсолютной истине. И тогда Кунджада, он обратился к своему другу, Парамананда Прабху, и сказал, смотри, я не хочу больше оставаться, и мне не нравится, я испытываю отвращение. Что произошло? Я ничего не понимаю. О чем он говорит? Я ничего не понимаю. И лучше, если я уеду. И тогда Парамананда, он стал просить его, смотри, ты мой друг, не делай, не принимай торопливых решений, ты мой друг. Мы с тобой дружим с детства. Я, конечно же, тебе плохого не посоветую. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, подожди. Просто подожди. После чего Кунджада сказал, да, ну ладно, хорошо, я могу подождать. Он продолжил слушать. И через неделю, через 10 дней, когда Четя Гуру дал ему поддержку, понимание, тогда он начал понимать, о, действительно, это абсолютная истина, вот почему ее невозможно было понять. И он стал самым лучшим севакой в жизни Прабхупады. И тогда Кунджада, он силой это первый человек, то есть не игнорируйте его, не оскорбляйте его. Кунджада, он был первым человеком, кто заставил Прабхупаду. Прабхупада, он не хотел ездить в Калькутту проповедовать. И Кунджада сказал, тебе придется поехать. Зачем ты пришел в этот мир? Зачем ты здесь явился? Если ты не распространишь крипу другим, тебе придется. И, в общем, Кунджада, он силой взял Прабхупаду и его отвез в Калькутту. Прабхупада, он был абсолютно... Ну, то есть без денег, у него не было ни одной рупии. Кунджада сначала заставила его поехать в Калькутту. Но что я там буду делать? То есть у нас там нету никаких, ничего не устроено, там в Калькутте нет ничего. Это был период британского господства, и также там и населения не было столько такого большого. В общем, Кунджада, он снял в аренду какое-то здание.
там, где Прабхупада начал впервые проповедовать. На улице Ультари Инджанкшн номер один. И там есть такая фотография в книжке Сарасвати Джаяшри, там собраны вся Сиддханта Вичар Прабхупады. Книжка, она вообще, она замечательная, но эту книжку, она, мне жаль об этом говорить, но ее написал Сундарананда Видьявинод. Сундарананда Видьявинод, он оставил потом впоследствии Прабхупаду, но в те времена он был, ну, то есть он получил милость Прабхупады, и по милости Прабхупады он собрал все заметки, то есть где Прабхупада о чем сказал, то есть он составил такую книжку, он посвятил столько много энергии написанию этой книги. Ну, вот в то время он был в линии в Прабхупады, но он обладал таким талантом, он получил такую большую милость Прабхупады. Даже в Джаганатпуре между делом я вам расскажу эту вещь, потому что я вспомнил, иначе никогда вам не расскажу. То есть в Джаганатпуре вот этот Сундарананда Видьявинод, если я правильно поняла, то есть он там все записал. В общем, он написал книжку «Кшри Кшетра», где он описал, если я правильно поняла, чем панды занимаются, то есть он там провел прям расследование, все описал. И я не знаю, как такое произошло, возможно, это какие-то игры. Смотрите, вот мое положение таково, не совершать так. Может быть, это были какие-то игры, чтобы научить нас чему-то, а иначе вот этот вот талант Ананта Васудева, он был, то есть анормальным, то есть он настолько был талантливым. Но как стало так возможно, что он потом в дальнейшем пошел против Прабхупады? В общем, Кунджада, он заставил Прабхупаду, Сундарананда Видьявинод, он написал эту Сарасвати Джаяшри книжку, то есть он там все даты написаны, то есть где какую харикатху Прабхупада дал, что он сказал, то есть вообще такая книжка замечательная. Гуру Крипа может дать вам все. В прославлении Бхагаватама в Падма Пуране написано, когда Гурудев, он доволен вами, он может вас взять и перенести в Голоку Вриндаван, он настолько могуществен, если Гурудев того хочет, Садгуру, если Садгуру удовлетворен вами. Конечно же, если вы не совершаете оскорблений. Оскорбления — это большие препятствия. Гурудев может вас просто перенести в Голоку. Йоги имеется в виду бхакти-йога. Вы должны понять глубокий смысл этой шлоки. Йогам невозможно попасть на Голоку. Бхакти-йога имеется в виду здесь, потому что благодаря йоге вы можете достигнуть параматмы. Когда Гурудев вами доволен, он вас отправит на Голоку. Также мы находим эту сиддханту в Према-Вайварте. Если вы хотите стать большими преданными, вы просто обязаны изучить Прем-Вайварту, Чайтанья Бхагавату, Джайва Дхарму, столько много книг. Прабхупада, он был вынужден поехать в Калькутту, и вот Кунджада, он снял эту квартиру или комнату, это вот на Ультари Инджанкшн номер один. И в те времена зарплаты были очень маленькими. Кто-то, может быть, получал 60 рупий, кто-то 30 рупий, 20 рупий. Но в те времена деньги обладали другой ценностью. Мы видели старых людей. А кто-то получал зарплату 2 рупии. И даже было очень сложно потратить всю эту зарплату за целый месяц. То есть, и даже это вот старики рассказывали мне. А отец мне давал одну пайсу
ну, там, на леденцы, там, и так далее, карманные. Две пайсы, три пайса, и в конечном итоге сумма достигла 5 пайс. То есть 5 пайс было сложно потратить. Можно было купить там орешков, то, все. Это вот даже я видел в нашей, ну, в своей жизни. Все было таким дешевым. Те времена, о которых я вам рассказываю, в те времена можно было купить мешок риса огромный за 15 или 20 пайс. Огромный мешок риса. А сейчас вам нужно тратить 1000 рупий. Так время идет. Я удачлив. Моя жизнь — это своего рода мост. У меня есть связь с прошлым. Я видел, ну, старики рассказывали всегда об их опыте. Я всегда слушал их внимательно. Не, я слушал их сплетни. В общем, Кунджода, он получал очень мало денег. И он платил аренду. И все траты Прабхупады он на себя брал. То есть расходы. И расходы — это не шутки. То есть саду жил там, и приходили люди, чтобы его навестить. И он покупал сладости, готовил просад, предлагал всем. Кунджада, он даже не давал денег своей семье. Он был семьянином. У него были дети, у него была жена. И он, как правило, брал всю зарплату и отдавал ее Прабхупаде. И Прабхупада втайне отправлял деньги в его семье. И сева, размер севы, ну, как бы увеличивался, проповедь росла, и Кунджода, он взял деньги в долг, взял кредит, в общем, для того, чтобы служить Прабхупаде. Он взял много кредитов. Он даже не был в состоянии заплатить это за всю свою жизнь. И в конечном итоге он отправился куда-то в какую-то опасную местность, где там, наверное, какие-то военные действия были, таким образом, чтобы там заработать денег и заплатить долги. Таким образом, то, что я вам хотел сказать, самое главное, это что он неправильно понял Прабхупаду в самом начале, но в процессе слушания 8 дней, 10 дней он прослушал, и он внезапно очнулся. Да, это абсолютно истина. Чайтья-гуру, и он его помог ему, дал вдохновение. Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он говорил Харикатху. И он говорил эту сиддханту очень часто. И там был один человек, который слышал эту сиддханту, он ее много раз уже слышал, но в тот день... Почему так произошло, непонятно. Когда Мадхава Махарадж сказал это, он, этот человек, он просто поразился, то есть он сразу же прочувствовал все. То есть я могу привести вам другой пример. Чайтья-гуру, он очень важен. Чайтья-гуру, если он вас не, вам не помогает, не поддерживает, то никакая ни дикша, ни кшикша вам не поможет. Я могу вам привести один пример. Был один Лала Бабу. Лала Бабу в Калькутте был очень богатым и важным человеком. И его дед, он отправил пригласительные, чтобы все пришли на вот этот вот, на самскару первого зерна, принятия первого звена. И вот вы можете обрабатывать золото, вы можете, в общем, ну, как бы обстучать его, и можно и с золотом может, ну, много, если я правильно поняла, как бы веревки выйти, ну, то есть материала можно. То есть он написал эти письма, и он там золото использовал то ли в написании, то ли для того, чтобы заштамповать. Фойл, я не знаю. А? Фольга, наверное, да.
То есть, чтобы прочитать, ну, то есть был такой свиток, и чтобы прочитать письмо, нужно было его раскрутить. И вот этот дед его был таким богатым, что он разослал такие пригласительные на самскару первого зерна для этого Лалу Бабы, если я правильно поняла. В общем, он был таким богатым. И однажды он сидел в своей комнате, и он что-то там рассчитывал, совершал расчеты, какие-то предыдущие расходы, что там он, какие долги, что он получил. В общем, он занимался расчетами. И один из слуг, или служанок, одна служанка со своей дочерью, она работала там, бедные люди. И однажды вот эта служанка, она сказала на бенгали: «Вы не можете понять, я вам объясню». На бенгали. Басна значит сухой лист бананового дерева, банановой пальмы. В те времена не было газа, электричества. Газ пришел только в наши времена. В те времена не было газа. В общем, она сказала: «Жизнь закончилась, а ты не сжег свои желания». То есть это смысл глубокий. Жизнь закончилась, а ты не сжег свои желания. Жизнь уже заканчивается. То есть это внутренний смысл того, что она сказала. Но на бенгали то, что она внешне сказала, вот эта служанка, она сказала: «Почему ты?» Она сказала своей дочке: «День закончился, а ты не сожгла этот банановый лист». То есть там басна — это какой-то процесс, вы не знаете об этом ничего. Басна значит в Асаме, там один преданный живет, он ученик Бхакти Валбтирти Госвами Махарадж. После того, как вы сжигаете сердцевину бананового дерева, вы можете создать какое-то моющее средство, которое чистит, ну, стирает очень хорошо. То есть вот это вот из пепла, вот этот пепел, он это очень классное моющее средство, можно стирать вещи. Это вот в Асаме, в джунглях так делают. И эта женщина, она имела в виду это: «О, день уже закончился, а ты не сожгла басану». Басуна — это на бенгали, на санскрите. Она имела в виду басану, но басана — это также желание. И тогда этот человек, Динта Галу, это на бенгали, день закончился, но внутренний глубокий смысл — это жизнь закончилась. И он там своими расчетами занимался и просто остановился. Да, действительно так. Мне сейчас 60 с чем-то лет. Моя жизнь подошла к концу, а что я буду делать со всем этим имуществом, со всеми этими зданиями, с этим положением и так далее. И он все оставил. Это было чудо. В той ночи он все оставил. И он, ничего никому не сказав, оставил дом. И то же самое произошло с Куласекаром, с королем из Южной Индии. Он также все оставил, не сказав ничего никому. Он увидел вот эту вот голую картину этого общества. То есть здесь нет любви. Все обманщики. Все спектакль. Никто никого не любит. Это своего рода драма, получить интерес какой-то, проценты. Жена, муж, дети, отец, мать. У всех есть какие-то интересы. В Бхагаватам об этом написано. Саджанака Доша. Внешне они любимые и дорогие. В Бхагаватам описывается. Но Лала Бабу, он оставил дом. И никто его даже не смог найти. Он отправился во Вриндавин. Он
так расстроился, ему было уже больше 60 лет, и он подумал, жизнь заканчивается, я ничего не сделала для своей души. И он стал искать гуру. Я вам кратенько рассказываю, там много всего произошло. И он принял прибежище у Сидда Кришнадас Бабаджи Махараджа. Он в то время жил в Чакалешвар на Гавардане, на Манасиганге он жил. И он стал там жить. Там много чего случилось. И то есть он, Майя Деви его пинала разными способами. В итоге он принял прибежище у Сидда Кришнадас Бабаджи Махарадж. И Сидда Кришнадас Бабаджи Махарадж, он его устроил ему многие разные проверки, и после чего он дал ему мантра дикшу. И Лала Бабу, он стал Сиддой. Вот этот материалист, бизнесмен, он стал также Сиддой. И, возможно, вы знаете, есть храм известный рядом с Гопешваром Махадеву, Лала Бабу Мандир. Вы были в Гопешвар Махадев? Ну, не нужно. На Вадвипе тоже нормально. Я просто спросил, были вы там или нет. Рядом с храмом Гопешвара, там большой храм, огромный храм. Рада Гокул Чандра, что-то в этом роде. Я там бывал много раз. Там построили храм. Лала Бабу, он оставил тело уже, но он добился совершенства, Сиддой стал. То есть то, что я вам имел в виду, что одно слово может изменить жизнь, это не какая-то сказка. Это не какая-то сказка, я вам могу рассказать о Бильбо Мангале Такури, я вам могу рассказать о нашем Тулсидас Джи. То же самое произошло в его жизни. Бильбо Мангал Такур, раньше его звали Силхан Мишра. Он был великим, браманом, но он был осквернен общением с проституткой, то есть он каждый день к ней ходил. В общем, однажды был шторм большой, и он ни на что не обратил внимания, то есть в итоге он добрался до ее дома, было темно, дождь лил, ветер, и он застучал в ее дверь, она его не слышала, потому что ветер был сильный. В итоге он увидел веревку, и он по этой веревке вскарабкался на балкон, на веранду, и он произнес огромный звук, и Чинтамани с зонтом вышла на веранду, и она завела его в комнату. И она подумала, как же он добрался, она увидела, что это была большая змея, он просто схватился за хвост змеи, то есть он не по веревке вскарабкался, по змее каким-то образом. И Чинтамани, она стала гуру этого Силхан Мишры, она была его первым гуру. Чинтамани, кто-то объясняет, что это означает Кришна в этой шлоке, но это тоже нормально. Нормально, но есть тут один момент. Вайшнав не может никогда не может иметь такое имя. Я забыл шлоку полную. Забыл шлоку, я могу вспомнить ее. Сананду Сингасана Лобда Дикша. When I from Mayabad, Brahmananda, from that place I took Дикша.
как я изменил свое сердце. То есть он там инициацию получил в Майяваде, если я правильно поняла. То есть и кто-то говорит, что Чинтамани — это Кришна. Но вот это вот Чинтамани, вот эта проститутка, она сказала: если бы у тебя было такое влечение, которым ты обладаешь по отношению ко мне, если бы у тебя было такое влечение к Кришне, ты бы в этой жизни достиг совершенства. Она сказала только это, эту фразу. Если бы ты обладал тем же самым влечением к Кришне, которым ты обладаешь по отношению ко мне, в этой жизни бы ты достиг его лотосный стоп. И только всего лишь эта фраза изменила жизнь Бильбо Мангала Такура. Он оставил все и ушел. Столько много потом всего случилось, я не буду об этом говорить сейчас. И в итоге он был вынужден взять два шипа или гвоздя, он вообще все выколол глаза, потому что он не смог контролировать свой ум, контролировать свое... Даже после вот того, что произошло, даже после того, как он оставил все, то есть майя, она сильна. И он подумал, столько много майи, и в итоге он взял вот эти... Там, ну, то есть много чего произошло. В итоге он взял вот эти вот украшения, не знаю, как сказать, волосы, которые закалывают, и выколол себе глаза. И то же самое произошло в жизни Тулсидаса. Кто-то сказал какие-то оскорбительные слова, и он вышел из комнаты и начал искать Рамачандру. То есть в вашей жизни может произойти что-то такое особенное, вы можете что-то услышать. Когда вот это... мы несерьезны. По правде говоря, если вы будете честны сами с собой, то ну, мы несерьезные. Я не говорю, что вы ничего не делаете, но мы не честны, мы не искренни на 100%, то есть чего-то не хватает. Но в тот момент, когда Чайтья Гуру, он поддержит нас, поможет нам, то все изменится. То есть мы говорим о том, как появились веды. Мы знаем, у нас нет знаний о прошлом, но Бхагаван нам рассказывает. Брахма, он обнаружил себя на цветке лотоса, потом он стал пытаться понять, кто он такой. И Бхагаван объяснил, что изначально веды, они находились в форме семени в пупке, в его пупке. После чего Брахма, он обнаружил себя на цветке лотоса, который вырос из пупка Вишну. И изначально в утробе матери формируется зародыш. Не знаю, это зигот, как-то медицинский термин, не надо переводить. В общем, это зародыш формируется. И постепенно клетки начинают размножаться, после чего формируется зародыш, он развивается, клетки делятся, зародыш развивается, и после чего он принимает форму, конечно. То есть я вам завтра поподробнее объясню, но это вот самое вот начало, как вот эти вот клетки превращаются в маленького человечка. То есть изначально веды, они пребывали в форме семени в пупке Бхагавана. Потом вырос лотос. И по милости Бхагавана веды, они явили себя. И как в итоге нам удалось услышать веды. То есть это разные стадии вед. Веды могут пребывать в тонкой форме, а могут... быть услышаны. То есть Бхагаван Шри Кришна может находиться в тонкой форме. Вы не можете поверить.
Но знаете, что Кали-Кали Намрупи Кришна Аватар, это все знают об этом, даже ребенок, даже дети. То есть Кришна, он может пребывать в тонкой форме. Или даже Кришна может быть в имени, а может быть в тонкой форме, еще более в тонкое. Имя, мы знаем, что Кришна в имени, и что имя, оно не отлично от Кришны. И завтра я вам расскажу об этом. Попробуйте медитировать на все вот эти вот таинства. Если Четья-гуру не прольет на вас милость, то вы не поймете Сиддханту. Когда Четья-гуру прольет свою милость, вы станете очень серьезными в баджане, а иначе вы можете потерять золотую возможность, только эмоции останутся. Фальшивые эмоции или предвзятость. Но вы забываете одну вещь. Вы оставили ваш дом, чтобы получить абсолютную истину. Почему вы идете на компромисс с чем-то фальшивым, с материальным? Завтра я продолжу обсуждение. Вайшнав, когда он получает возможность попасть на райские планеты, он туда не хочет идти. Даже когда ему предлагают положение Брамы, они не хотят. Они хотят слушать Харикиртан и слушать Харикату. Это я вам объясню во второй половине дня. Мы, у нас появится осознанность, когда Четья-гуру поможет. Мы что-то можем понимать, но это ваше ментальное упражнение, ваши умственные упражнения. Но только тогда, когда Четья-гуру поддержит, мы сможем осознать что-то на самом деле. И тогда на наше сердце будет оказано воздействие.